Всем привет, с вами Алексей. Продолжаем искать сорт, который можно брать с собой на работу, всегда, везде, жменьку. И при необходимости перекусить очень полезного и очень вкусного продукта, коим является фундук. Один из любимых сортов моих, которых я люблю с собой брать, это сорт каталонский. А за что ж ты его так любишь, спросите вы? А за то, что у него сладковатый вкус. Мне, в принципе, нравятся сладковатые орехи, да. И он какой-то такой, ну, не сильно тяжелый, скажем так. И при этом он хорошо лущится. Вот почему. Самое главное, что он хорошо лущился всегда. Вот. Все слопано. Это остатки. Размер очень небольшой, скажем так. На самом деле, каталонский вырастает намного крупнее, должен вырастать. Вот. У меня пока еще сильно огромного не было, вот такого плана. Средний, пока очень средний. Ну, посмотрим в этом году, надеюсь, будет огромный. Итак, мы взяли с собой жменьку и сейчас пробуем, как он будет колоться. Да, колется нормально, несмотря на размеры небольшие, раскололся хорошо. Так, сейчас пробуем жопка к жопке. Так, следующий. То есть только взрослый мужчина. Здесь ни ребенок не справится ни в коем случае. То есть орех поддается. Орех поддается. Это при небольшом. Крупный, конечно, будет колоться намного, намного легче. Орех поддается. Последний не получается у нас. Ядро получается цельное. Замечательно. Последний не получается, тогда его либо зубами, что не рекомендую ни в коем случае, прям ни в коем случае. Вот, там можно найти способы, вы их прекрасно знаете, то ли дверями, то ли что-то еще. Так, и последний, не буду его раскалывать, и это уже делается легко орехокольчиками. Что дальше? Дальше берем и кушаем. Если нет, воду на 8 часов получаем самый легкий и самый полезный продукт, который можно получить на самом деле. Происходят определенные процессы в орехе, и максимально легкий получается для желудка, для поджелудочной, для всего организма, и максимально полезный. Ну, конечно, так делать никто не будет, все сразу слопают и все. В крайнем случае еще кинут в микроволновку и получат вообще фантастический вкус, там буквально за одну минуту, грубо говоря. Кому не приходят видео с моего канала, пожалуйста, переподпишитесь. То есть отписались, подписались заново, со звенящим обязательно, колокольчиком, со звенящим. Тогда будут приходить все видео. Потому что, ну, сейчас алгоритмы YouTube, вы даже просто перестали какое-то время, не посмотрели несколько видео. И он вам перестает просто с моего канала присылать видео. А видео будет интересно, мы будем продолжать другие сорта. Круглые, округлые, крупные. Обязательно будем продолжать, потому что наша цель — выявить орех, который можно всегда носить с собой и максимально легко разлучить руками и покушать. Поставьте, пожалуйста, лайк, кому понравилось. Пожалуйста, поделитесь этим видео, кому уж очень понравилось. Кому что-то непонятно, напишите в комментариях. И всем огромный привет из Харькова. И всем пока.